Программа подготовлена при поддержке Управления по туризму Белгородской области. Белгородчина – богатый край, многоликий, со славной военной историей, бескрайними лугами, древними храмами, сильной промышленностью. У нас есть что посмотреть. А самые гостеприимные места региона отмечены специальным знаком. Знак «Гостеприимное Белогорье» сродни товарному знаку качества. Его получают победители конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья». Те, кто был удостоен высших оценок от экспертов туристической отрасли. Сегодня этим знаком могут похвастать без малого три десятка объектов. Парки, музеи, кафе и рестораны, клубы, отели. Мы расскажем о каждом из них. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Староскольском краеведческом музее. Наш музей – самый крупный из муниципальных музеев Белгородской области. В этом году, в апреле, мы отметили свое столетие. Наш музей имеет большое количество музейных предметов, самых разнообразных коллекций, которые во всем своем многообразии представлены в нашей экспозиции. Нам кажется, что каждый, приехавший в Старый Оскол, должен обязательно посетить наш музей. 54 тысячи экспонатов. Такой фонд одного из богатейших краеведческих музеев Белгородской области. Редкие археологические находки, поднятые из глубин местных карьеров, подлинные вещи строительниц легендарной дороги Старый Оскол-Ржава, макет крепости Оскол. В 2021 году Староскольский краеведческий музей был внесен в национальный рейтинг «Живое наследие .рф». Причем экскурсии здесь проходят не только в стенах музея, но и по исторической части города. Также эти экскурсии доступны в режиме онлайн на платформе Easy Travel. А экскурсия по музею в рамках нацпроекта «Культура» размещена на платформе «Артефакт». Староскольский краеведческий музей работает ежедневно, кроме понедельника. Посетить его можно по адресу город Старый Оскол, улица Ленина, дом 50/42.